там окейка, скайки далеко, але платимо. Всем привет! Ну что, мы летим в Прагу. Сейчас мы находимся в аэропорту Краснодара. Погода стрёмная, будем надеяться, что там будет лучше. Ладно, погнали. Так. Ну что, регистрация пройдена. Ждем самолет. Ну а пока особо делать нечего, можно и почитать. Рекомендую всем. Ну вот, про самолет. Вот принесли нам перекусить. Яблочко. О, батончик фруктовый, чтобы не объелись. Сэндвич с говядиной. Вот, первый шаг сделан. Мы в Шереметьево добрались наконец-то до Москвы. Ништяк. Решили немножко перекусить. И угадайте, куда мы зашли? В Бургер Кинг. Сегодня у нас на перекус беконайзер. Повар, собственно, сам посоветовал. Сказал, что очень вкусно. Понимаю, что очень-очень вредно. Но мы же в походе. Можно. Что, поехали? Какая классная штуковина. Ждали 4 часа и наконец-то мы двигаемся. Самолет. Все, следующая точка это уже будет Прага. Ура! Добро пожаловать в Прагу. Так, 12 часов назад мы вышли из дома, и вот мы 12 часов спустя в Праге. Оксана, ты рада? Очень. В общем, двигаемся за багажом. Все, вот мы едем из аэропорта в гостиницу. Дороги очень-очень такие гладенькие. Три звезды, но так, вот он номер,
двери тяжеловато открываются. Так, ну первым делом ванна с туалетом. Все как в больнице. Простенько, со вкусом. Ничего нет, кроме мыла. Ну, вот такая комнатка. Вот, даже есть телефон. Ну, пойдет. Всем привет! Наконец-то мы в Праге. Так, ну что, мы добрались наконец-то до Чехии. И вот наше первое пиво. С приездом, ребят. Всем привет! Ну что, пришло время подвести итоги первого дня. Значит, добрались мы до гостиницы на такси. Заплатили 35 евро, расстояние примерно было 19 километров. По времени около получаса. Ехали по пустынным улочкам, время было где-то около 8 вечера. Такое ощущение, как будто уже все в это время в Праге спят. Вот, значит, заселились в гостиницу «Жасмин». Находится она в спальном районе, гостиница 3 звезды. Значит, стоит 25 евро в сутки, в стоимость включен завтрак. Вот, ну, гостиница как бы, ну, 3 звезды, то есть, ну, все необходимое есть. Что еще сказать? А, вчера мы, значит, посидели вечером с пивом, с местной едой. Ужин на двоих у нас вышел в 1500 рублей. Ну, в принципе, я не думаю, что очень дорого. Вот такие вот дела. Так что начинаются наши приключения в Праге. Следите за этими приключениями. Я думаю, вам понравится. Ну, так же, как и нам.